Всем привет, меня зовут Кэт, и вы смотрите Puzzle English. На носу майские праздники, и сегодня мы с вами будем выдыхать и отдыхать. А, кстати, как сказать, что что-то на носу, в том смысле, что что-то вот-вот настанет? Устраивайтесь поудобнее, сейчас все расскажу. To be just around the corner. Это когда что-то вот-вот случится, вот оно за углом. То есть то мое предложение про майские праздники будет звучать примерно так. May holidays are just around the corner. So today we're gonna take a deep breath and chill. Многие на майские едут за город. Вот это самое за город можно сказать так. To go out of town. У этой фразы значение чуть шире, чем просто за город. Имеется в виду, что вас не будет в городе. А где уж вы там находитесь, это ваше личное дело. I'm going to be out of town this weekend. Я в эти выходные уезжаю, или меня не будет в эти выходные. Есть еще фраза to go to the country. Вот это уже куда-то на природу. I want to go to the country on Saturday to get away from the hustle and bustle of city life. Так много классных слов и выражений в одном предложении. Я хочу поехать за город в субботу, чтобы отдохнуть от суеты большого города. Вот вам устойчивое выражение. Hustle and bustle. Это шум и гам, суета и шум, шум и возня. То есть то, что обычно есть в больших городах, вот эта вся суета. I'm from New York, so I'm used to hustle and bustle. Я из Нью-Йорка, так что я привыкла к шуму и гам. We all need a break from the hustle and bustle of our daily lives. Всем нам нужна передышка от суеты нашей повседневной жизни. Еще одна фраза, связанная с поездками куда-то. To go on a road trip. Отправиться в путешествие, маленькое или большое, на машине. This summer we're going on a road trip around Canada. Этим летом мы на машине едем в путешествие по Канаде. Также для слова «отдых» можно использовать существительное «getaway». А у нас оно с вами было в примере в виде глагола, до него тоже дойдем. We're planning a weekend getaway to the mountains. Мы планируем небольшое путешествие в горы на выходных. The resort advertises itself as the perfect island getaway. Отель рекламирует себя как идеальное место для островного отдыха. И вот мы с вами дошли до глагола. To get away тоже можно и нужно использовать для разговора про отдых. Существительное пишется вместе. Get away, глагол отдельно. Get away. I really need to get away for a few days. Otherwise I'll explode. Мне нужно поехать отдохнуть хотя бы на несколько дней, иначе я взорвусь. Есть фраза даже такая, to get away from it all, уехать от всего. People go fishing to get away from it all. Люди идут на рыбалку, чтобы отвлечься от всего. We've decided to go hiking in the mountains to get away from it all. Мы решили пойти на хайк в горы, чтобы перезагрузиться. Как видите, я довольно вольно перевожу этот глагол, сохраняя главный смысл, да, что уйти, отвлечься, уехать, напиться и забыться. А теперь, внимание, вопрос. В одном из примеров у меня было слово resort. Вот чем слова resort и hotel отличаются друг от друга? И тот, и другой отели. Только вот hotel это просто гостиница, да, где путешественникам можно остановиться на ночь, вот вы проездом в городе. А resort это то, куда люди едут целенаправленно. Это где большая территория, на которой есть все. Еда, развлечения, там аквапарк, еще что-то. All inclusive, и вообще можно никуда не выходить с территории. Вот это resort. Теперь давайте пройдемся по тому, чем можно заниматься, пока вы за городом. Уже было слово hike. To go for a hike. Hike – это какая-то долгая прогулка в лесу или горах, где-то на природе. Можно даже найти специальные маршруты для таких прогулок. Называются они hiking trail. Да? Забиваете в Google hiking trail, местность, и вам выдается. Может знак где-то висеть hiking trail. Это значит, что сюда люди ходят на хайки. To go camping under the stars. Добавим немножечко романтики. Это вы уже в палаточках под звездами. To take a dip in the lake. Dip – это окунуться
нырнуть, окунуться в озеро. To build a campfire, вы можете развести костер. Вы можете go cycling, kayaking and rock climbing. Пойти кататься на великах, плавать на каяках или карабкаться на скалы. To sunbathe, загорать. To host a barbecue, устроить или позвать людей на шашлыки. To host something, это когда вы принимаете, устраиваете, проводите. Или проводите как ведущий, да, или у себя какой-то ивент. The city hosts an annual beer tasting festival, which is very popular. Каждый год город проводит пивной фестиваль, который пользуется большой популярностью. То есть принимает у себя, да? To chill in a hammock. Чилить в гамаке. Hammock, гамак. To disconnect from technology and social media. Это то, что мы с вами еще называем digital detox. Отдохнуть от соцсетей и технологий. To spend quality time with family and friends. Хорошая фраза, to spend quality time, это когда вы уделяете безраздельное внимание кому-то, да, вы не отвлекаетесь на работу, на гаджеты, то есть вы проводите очень качественно время друг с другом. To play outdoor games like frisbee, volleyball or badminton. Игры на свежем воздухе, такие как frisbee, волейбол или бадминтон. To enjoy a picnic or a nature walk in the nearby park or forest. Насладиться пикником на природе или просто прогуляться в парке или в лесу. To explore the local village or town and visit local shops and restaurants. Исследовать местную деревню или город, посетить местные магазины и рестораны. Local, да, это когда что-то местное. Spend time stargazing at night or roasting marshmallows around a campfire. Провести время, глазея на звезды или за жаркой маршмеллоу на костре. Stargaze – это как раз глазеть на звезды. Ну и давайте еще очень быстро пробежимся по предметам, которые вам могут понадобиться для поездки за город. Tent – это палатка. Sleeping bag – это спальник. Portable stove – это портативная плитка. Cooler – это такая сумка-холодильник для еды и воды. First aid kit – это ваша аптечка. Insect repellent – это то, без чего я не выхожу из дома летом вообще никогда. Это средство от комаров, насекомых и всех ползучих и кусачек. Headlamp or flashlight. Headlamp – это на лоб фонарик, flashlight – это такой обычный, да? Ну и sunscreen – это солнцезащитный крем. Тоже без него летом из дома не выходите. Ну что, надеюсь, что вы теперь готовы к предстоящим праздникам и морально, и лингвистически. Всем хорошего времяпровождения и до встречи в Puzzle English. It's a party animal.